Развитие крипто в Турции. Мурат Четинкая, руководитель Центрального банка Турции, прокомментировал внедрение цифровых валют в стране. Он отметил, что Центральный банк следит за развитием отрасли цифровых валют. Ведь если криптовалюты хорошо разработаны, то они способствуют финансовой стабильности страны. Недавно агентство банковского регулирования и надзора объявило о создании группы по изучению технологии блокчейн.